А? Рухсатың бар ма? Оу! Ма! Эти граждане знают, что нарушают закон, но делают вид, что просто занимаются бизнесом и прикрываются неприкосновенностью частной собственности. В результате такой деятельности страдают местные жители на улицах зловония и полная антисанитария. Это не мой товар. Шкуры кто-то здесь бросил. Я тут ни при чем. В ходе рейда чиновники выявили 10 точек. Наказать их владельцев – дело нелегкое. Нужны данные удостоверения личности и РНН, чтобы оформить на них административный протокол. Чтобы пресечь такие нарушения, нам нужно узнать фамилии владельцев этих домов, их РНН. На 11 июля мы направили запрос в налоговый орган. После получения ответа надзорные органы могут привлекать их к административной ответственности. Если акимат даст нам данные о владельцах домов, где принимают шкуры, их фамилии, адреса и РНН, только тогда мы можем действовать. Владельцы пунктов приема шкур теперь будут привлекаться к административной ответственности, но в борьбу с такими нарушителями должны подключаться все надзорные органы, включая полицию и санитарных врачей.